идеальный бассейн у нас по итогу получился. А, я вообще не предполагала, что он будет настолько классный для двоих детей разного возраста, когда один уже вроде может плескаться и в целом... Условно безопасно находиться в бассейне. Что это? Ты кто? Железный человек? Железный человек-дуршлаг? Человек-дуршлаг. Бум. Второй человек-дуршлаг. Ты тоже человек-дуршлаг? Да, человек-дуршлаг. Мы, кстати, этим дуршлаком вот что делаем. У нас тут рейнхед получается. И вот такой вот дивный. Ой, просто. Мать реально турецкая тамада. Сегодня мы усвоили два урока. Первый урок, что по краю бассейна, наверное, лучше прыгать не стоит. И второй урок, что я окончательная и конченная криворучка. И даже дырку в бассейне заклеить не могу. Поэтому, собственно, ждем дядю курьера. Он привезет нам новый бассейн поменьше. В общем, без дырки. Ну что ж, бабы, очередное доказательство того, что я прирожденный блогер. Потому что в моей ежедневной жизни все время происходит какая-то херня, которая требует беспрерывного какого-то вот этого вот возни и вмешательства. Мне нужно все время с чем-то разбираться. Ну и вот наш прекрасный бассейн, которым я охлахала несколько дней, он как бы сдулся и помер. Поэтому, собственно, я нашла еще варик, заказала два бассейна поменьше, чем этот, но... Приятно, что за сильно дешевую цену, так как это заканчивается на какие-то зверские скидки, поэтому привезут мне те два поменьше и, собственно, сменим вот это на те. Ну, я предполагаю, что через ровно полтора дня, не то, что не буду я снова ими заниматься. Ну, а пока будем торжественно загорать. Зато вам весело, поэтому как бы. Доброе утро, подруги. Как вы уже поняли, я так просто не сдаюсь. За исключением только тех случаев, когда мне просто откровенно становится скучно. И вместо того, чтобы бороться и париться, я вот просто думаю, надо пойти полежать. Но не в этот раз. В этот раз я решила накачать новый бассейн, а точнее сказать два, и наполнить их водой. В общем, такая красота вчера приехала. Один басик 3 метра побольше, другой басик 2 метра поменьше. Ну, это наш прекрасный басик с радугой, который уже вы видели ранее. И вот у нас тут настоящий летний сетап, и я как русалка сегодня буду плескаться и наслаждаться всей этой красотой. С самого утра пораньше мне сегодня курьер привез подгузники для мелкого. Почему-то в коробке Лего, но как бы ладно. Какую нашли, такую привезли. В общем, пойду распаковывать. Так, у нас завтрак, у нас оладушки, бабушкины прекрасные, с вишневым вареньем, ягоды, непременно кофе, без него никуда, кефир, это йогурт, точнее сказать. У нас тут так на минуточку момент фэшена, и вот эти все замашки простолюдинские на нас далеки, мы, в общем, в мегапанаме ходим и осваиваем территорию. Нравится? Ну, топай. Давай. Работай, мелкий. Иди посмотри, что там происходит. Бах! Ну вот! Телегу-то повалил. Куда повалил свою телегу? Давай, держи. Вставай. И берись. И дальше дуй. Давай, подержу, помогу. Давай. Эть. Одна есть, другая есть. Потопали вперед. Бум! Эй, ну! Что случилось? Водичка! Да. Ну,
Ты посередине-то держи вот так вот с обеих сторон. А то держишь с одной стороны и валишься мне туда. Ну, как у тебя дела, малыш? Поспал первый свой дневной сон. И все, готов дальше к приключениям. Булка, сегодня очередная у нас жаркая погода. Точнее сказать, жаркий день. Но сегодня тучки на небе. Вот так вот выглядит все это дело. Это нам немного проще и легче. Ну, я не могу сказать, что я как бы фанат такой погоды. Ну, имеется в виду, без солнца. А тут что у нас? А вот фанат вот такого вот умника, точно. Держи, телегу с другой стороны иди. Ну давай, почапали дальше. Друг, не торопись. Ну не торопись, не торопись. А ты поторопишься и упадешь опять носом об свою телегу. Угу, это приблизительно так. Ну ты молодец, ну ты молодец. Ой-ой-ой-ой, бум. Тут надо как-то придержать, чтобы не было у нас тут через... край. Дружище, отличный прогресс. Да, скажи. Отличный. Глаз заживает. Расквашенное лицо тоже. Все нормик. Скажи, все налаживается и жизнь как бы вроде как удалась. Ой. Ну ты прям вообще модный. Какая штучка. Ай-яй-яй, как интересно, смотри. Тик-тик-тик. Душик тебе. Тик-тик-тик. Ну-ка, смотри. Давай еще. Давай-ка, давай-ка. Жалко, что так быстро заканчивается, да, душик? Рэм, мы в каком бассейне? Большой. Это большой, а маленький в маленьком. Маленький, в общем, грустит, скучает. Еще меньше тоже скучает, потому что нам всем в большом очень даже весело. Чего ты там делаешь? Это мне? Нет. Поцелуйчик. Да. Спасибо, булочку тебе большую. Принес маме цветочек. Вот говорят, да, что женщина и дома с детьми должна быть чистенькая, опрятненькая. Все должно быть вот такое вот, ну, как бы не терять. Она должна вот свою вот обаятельность, сексуальность. Ну, как бы здесь... Вот как? Я одела сегодня чистую майку. Одела. Честное слово, одела. Ну, тут вот тут такое вот. Вот это вот все, вот эти вот руки.
Да, да, да. Да, 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 да. Чего ты стягиваешь с матери-то последние штанишки? И смотрите, кто у нас там на самокате наяривает. Ездок года, Рэм. С пацанами. Пришло то время, сейчас как навернется, бах. Уже было видно, но как бы это было красиво. Ну что, вставай, вставай. Давай, давай, давай. Вставай, булочка. Все, бегу тебе на помощь. Бегу к тебе на помощь, мой хороший. Ну ты круто съехал. Ты очень круто съехал. Дай пять. А ну-ка, дай пять, пацан. Давай сюда обратно по дорожке езжай наверх. Вот туда надо езжать. Эть. Давай, 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 давай. Ты очень круто съехал. Молодец. Хотелось бы, конечно, чтобы наша затея прекрасная с прогулкой по променаду закончилась так же весело, как она и начиналась, но закончилась она ором и криком. Эмил расстроился, он где-то там сзади, что он приехал не первый, и у него начался скандал. Этот расстроился из-за того, что расстроился Эмил. Потом он расстроился из-за того, что я не захотела его взять на ручки. Ну, как бы вроде пока кризис миновал, и мы вроде бы как бы спокойненько идем. Орет только один из пятерых. Успех. Ах, все. И самое прекрасное время дня, дневной сон, незаметно подкрался, когда нужно укладывать спать наших додиков. Этот додик самый послушный, самый готовый. Да, огурчик ты мой, спелый. Все, сейчас пойдем. Я понял. Пока! Все, дети спят, можно немного отдохнуть. Вот такой вот, подружки, отпуск. Пока.